Итак, перед нами стоит задача отобразить поле поверх карты кадастра, а также выйти на точку. Заходим в меню поля, выбираем нужное нам поле, выделяем его, кликаем по нему. Видим слева вверху его площадь 3,39 гектар и чуть правее видим его периметр 790,5 метров. Выбираем функцию «Выход на точку», выбираем, к примеру, точку номер 2. Идет подключение к приемнику, включен режим сглаживания. Теперь мы видим выбранную точку со звездочкой, а наше местоположение в виде прицела. Сверху мы видим зеленый прямоугольник, видим расстояние до этой точки 3916 метров. И расстояние изменяется по мере нашего движения, либо в большую, либо в меньшую сторону. Итак, допустим, выход на точку мы уже поняли. Отменяем эту функцию. Теперь мы хотим посмотреть наше поле относительно кадастровой карты. Увеличиваем объект, открываем меню управления слоями, картами. Подгрузили карту кадастра. Вот, пожалуйста, видим свой участок относительно всех полей, которые зарегистрированы рядом. При масштабировании карта также подгружается. Теперь мы можем в меню «Слои» отключить видимость слоя с нашим полем. Вот теперь мы видим этот участок относительно, ну, именно на кадастре. Включаем наш слой, вот наше измеренное поле. Вот так это работает. Спасибо за внимание.